Ну, слазь! Стартуй. Принеси.
У меня, по-моему, в кармане не осталось ничего. Сейчас надо до этого дойти. Может, надо посмотреть там. Может, и не хватит. Сколько она стоит? Что? Там рогатка. Я за него заплачу. Да мне не проблем. Потом, блин, скинешь. Если она до 40 гривен, у меня в кармане осталось. Если нет, то надо смотреть. Может, еще где-то хорошо порыться. По-моему, надо. Да. Не лишай малого удовольствия. Да я как-то. После тренировки не. Что? Тихо. Отпускай, Серёга, ты с мальчиком. Надя. Вот так вот, что? Да. Ю-ху! Конфеты. Нормально? Мир, как тебе? Или страшно? Миш, что с ногой? Они вон пошли туда к рогатке, но я что это? Ну, сейчас покатаюсь, а сейчас решим. Мне просто при моих 90 килограмм та рогатка до задницы, она не раскачивает, она неинтересна. Ну, для детей, да, для девочек легких тоже легко. Оно кидает, оно интересно. А я пробовал в судаке. Меня